В древности люди заметили, что одежда лучше отстирывается в определенном месте на реке. Знаешь почему? Нет. Над рекой совершались человеческие жертвоприношения. Трупы сжигали, вода просачивалась сквозь пепел, образуя щелок. Он смешивался с жиром из трупов, и в реку попадала густая белая пенистая масса. Можно твою руку? Что это? Это химический ожог. Он причиняет безумную боль. Смотри на руку. Первое мыло было изготовлено из праха героев. Слушай, ты можешь облить руку водой и станет хуже. Смотри на меня. А можешь нейтрализовать ожог уксусом. Пожалуйста, отпусти. Сначала ты должен смириться. Ты должен признать без страха. Признать, что ты когда-нибудь умрешь. Лишь утратив все до конца, мы обретаем свободу. Точно.